А вот овощи слегка передержаны, дошли за счет своей внутренней температуры. И теперь это уже не альденте, а рагу какой-то. Гузов, чем языком молоть? Иди учись готовить. Один компетентный человек сказал, что твои овощи альденте передержаны. Узнаю. Такие же передержанные, как и вчера. Так вот, значит, компетентный человек шефа. Он мне еще замечание делает. Скоро мне Леонора Андреевна будет советовать, как мне мясо жарить. Можно я? Надо опустить овощи в воду со льдом. Тогда они не переварятся. Структуру. Это и называется альденте. Вы знаете, никогда бы не подумал, что буду есть из рук бомжа. Без обид, Родион Сергеевич. Какие обиды?